Сегодня в Доме правительства прошло заседание антитеррористической комиссии. В числе основных вопросов – итоги работы комиссии в Канаше и Канарском районе, оценка степени защищенности объектов транспорта. Кроме того, был утвержден календарный план работы на этот год. Главы администрации муниципальных образований рассказали о мероприятиях, направленных на профилактику и противодействие терроризму и экстремизму. Отдельной темой стал разговор о защищенности социальных учреждений и объектов с массовым пребыванием людей от возможных чрезвычайных ситуаций. Было отмечено, что в Канаше и в Канарском районе сохраняется стабильная обстановка. Участники заседания обсудили также меры по защите объектов транспорта и транспортной инфраструктуры.